тоже будет быстрым, самым ловким, умелым. Давайте. Самые ловкие, спортивные и позитивные. В День здоровья на главных площадях и парках Одинцовского округа десятки приверженцев здорового образа жизни, от мала до велика. В Голицынском парке героев 1812 года развернулись масштабные состязания. Веселые старты на свежем воздухе – лучшее средство для поддержания тонуса, уверены организаторы. ЗОЖ – это здорово, потому что спорт объединяет, здоровье укрепляет жизненную позицию, объединяет людей, потому что спорт – это есть жизнь. А если к этому добавить много музыки, танцев, интеллектуальных игр, можно получить заряд бодрости и энергии на целый год. Зажигательные номера творческих коллективов КДЦ никого не оставили равнодушными. Танцевали все. Есть такие места, как парки, есть такие дома культуры, где дети занимаются творчеством, развивают свои способности. И вот такой союз, парки, спорт, культура, дает хорошее настроение в выходные дни. С такого настроения, физических упражнений и должен начинаться каждый день, уверена Татьяна Одинцова, специальный гость праздника. Тогда спорт станет здоровой привычкой. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».